Здорово всем, с вами снова я, Макс, и в сегодняшнем видео я расскажу, как у нас двигаются дела в нашем музее. Значит, как вы видели в прошлом видео, я распиливал бревна на две части, и вот эти бревна мы сейчас половинки будем использовать в строительстве и формировании букв П. Для чего это сделано? Не только для того, чтобы создать антураж, да, помещение, которое будет в дальнейшем обшиваться, и вы увидите все это в дальнейшем, но еще для нашей же безопасности, так как у нас потолок идет пузырем, чтобы на голову ничего не упало. В итоге было решено сделать именно таким способом. Так как у нас действительно потолок в ужасном состоянии был, приходилось все подгонять, отбивать много штукатурки, и мы потратили кучу времени, и это 3 полных вечера для того, чтобы все это сделать. Ну, в дальнейшем вы увидите, что получится, и чтобы не отвлекать и не занимать ваше время своей болтовней, вы смотрите ролик и делайте вывод, как все строится и формируется. Ну что ж, приятного просмотра, смотрите дальнейшие серии. После того, как храм сейчас пилит, мы сначала решили здесь делать отметку, потом здесь, потом он сказал, что будет вот здесь вот, и написал тут. Я сказал, а может быть тут? Он сказал, я тебе говорю тут. В итоге, короче, делаем по этой. Последняя балка у нас в этом плане. Поставили 2 балки. Раз, два.